Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Русские горки». Приятного просмотра! Сюжет – это семейная сага, история трех поколений, первому из которых выпала нелегкая доля военных лет. Во время встречи с главными героями Татьяна состояла на службе МГБ, а ее новым заданием была опека над несовершеннолетними дочерьми английского шпиона Джона Харпера. Совсем скоро Татьяна по ложному доносу сама окажется за решеткой, причем вместе со своим любимым Джоном. Именно в сталинском лагере родится красивая девочка, дочь двух арестантов с прекрасным именем Ницца, а ее приемными родителями станут Петр и Бет. С появлением Ниццы начнется история третьего поколения. А саму героиню Марии Лисовой ожидает очень яркая и насыщенная жизнь. Третья серия. Джон возвращается в хосту. Татьяна подмешивает ему наркотик в алкоголе, обманом проводит с ним ночь. Наутро девочки становятся свидетелями страшной сцены. Татьяна спасает Джона, убивает одного из ликвидаторов НКВД, Татьяну и Джона берут под арест. Нару с девочками депортируют в Англию. По пути в лагерь Татьяна понимает, что беременна от Джона. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.